В ДТП на перекрестке улиц Александровича и Октябрьского проспекта пострадали дети. «Опель Астра» не уступил дорогу машине «Лада Гранта», которая двигалась по главной. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомашины «Опель Астра», девочка 2011 года рождения, и также несовершеннолетний пассажир автомашины «Лада Гранта», девочка 2015 года рождения. Оба несовершеннолетних после осмотра врачом в приемном отделении были отпущены домой. На улице Курчатова водитель «Форда» сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Женщина получила серьезные травмы и попала в реанимацию. В этот же день несовершеннолетний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и врезался в кирпичную стену гаража на улице Зернова. Пассажир с ушибами, ссадинами и переломом запястья попал в травматологию. Виновник данного ДТП был задержан. На него были составлены административные протоколы за скрытие с места дорожно-транспортного происшествия. Весь материал, по которому в настоящее время, в том числе и возбуждено административное расследование, по тем протоколам, которые уже были составлены, направлено в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрацию города Саров для принятия решений по существу. Сотрудники ГИБДД выявили 140 нарушений правил дорожного движения. 6 пешеходам и 1 велосипедисту выписали штраф, а в минувшие выходные 3 водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.